Германия может оказаться должна Греции 162 миллиарда евро репараций. Об этом сообщает греческое издание «Тавима», а со ссылкой на него немецкий «Шпигель». Греческие журналисты ссылаются на 80-страничный доклад, подготовленный специальной комиссией при Министерстве финансов Греции. По данным журналистов, эксперты изучили 190 тысяч архивных материалов и нашли доказательства немецкого долга времен Второй мировой войны. Однако, как пишут издания, Министерство финансов наложило на доклад гриф «секретно». Греческие политики неоднократно заявляли, что считают открытым вопрос о компенсациях Германии за преступления фашистов. Берлин считает данную тему закрытой, ведь он уже выплатил Афинам 115 миллионов марок. Это более 50 миллионов евро по договору 60-го года. Репарации – острый и чувствительный вопрос для находящейся в кризисе Греции. 162 миллиарда евро могли бы здорово помочь Греции рассчитаться с долгами. И правые и левые политики требуют от правительства решить репарационный вопрос.